Добрый день, друзья! Сегодня у нас стихотворение Ирины Гуриной «Дошколята». Мы с моей подружкой Томой ходим вместе в детский сад. Это вам не то, что дома, это школа малышат. Здесь мы делаем зарядку, ложкой правильно едим, приучаемся к порядку, детский сад необходим. Учим мы стихи и песни в нашей группе «Дошколят». Места нет для нас чудесней, чем любимый детский сад. Посмотрите, в детском саду ребята катаются с горки, спортом занимаются, поют, рисуют, кушают, играют в песочнице на улице. Очень даже интересно. Всего вам доброго и до следующей встречи!